Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два ВИН-номера вашего автомобиля. Первый ВИН-номер, наклеенный на кузове, располагается на правой стойке, а второй ВИН-номер, выбитый на кузове, располагается в ногах переднего пассажира. Гарантия на Lada X-Ray составляет 3 года или 150 тысяч километров пробега, что наступит раньше. Но вы должны понимать, такая вот большая гарантия, она распространяется на основные узлы и агрегаты. Для понимания, гарантия на аккумулятор — это 24 месяца, гарантия на стойки амортизатора и на телескопическую стойку также 24 месяца, но с ограничением в 40 тысяч километров. Межсервисный интервал ТО нужно проходить раз в год или раз в 15 тысяч километров пробега. Нулевое ТО вам проходить не нужно, но обкатку вам рекомендуем проходить первые 2000 километров. Проконтролируйте затяжку болтов креплений колес и при необходимости подтяните. При движении автомобиля не превышайте скорость 110 км в час и частота вращения двигателя не должна превышать 3500 оборотов. Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, включайте высшие и низшие передачи в коробке передач, избегая перегрузки двигателя. Используйте подсказки индикатора переключения передач на комбинации приборов. Не производите буксировку прицепа или другого автомобиля. Первые 500 км используйте сдержанную манеру движения с умеренным ускорением и торможением. То есть милицейские развороты не разрешаются и лаунж-шифты тоже не разрешаются. Ну, конечно, вы можете, если хотите, чтобы ваш автомобиль вам недолго служил, но лучше не нужно. Гарантия на отсутствие появления сквозной коррозии составляет 6 лет. На все автомобили Lada X-Ray действует поддержка на дороге. То есть вначале вы звоните по телефону на горячую линию и вас консультируют. Если консультации специалиста недостаточно, то к вам на место выезжает специалист, то есть экстренная техническая помощь, проведение мероприятий по запуску двигателя, система электрооборудования, замена штатных переходников, проведение работ по вскрытию дверей. Если же проблему нельзя решить на месте, то вам вызывают эвакуатор и довозят вас до ближайшего дилерского центра. Важный момент, что данная программа действует в радиусе 200 км от ближайшего официального дилера «Лады». Если же ваше расстояние выше 200 км, то, следовательно, эти 200 км вы не оплачиваете, а вот последующий километраж, который выше 200, вы оплачиваете отдельно. Стоимость эвакуации, опять же, определяется регионом, в котором вам потребовалась помощь. Если вы перевозите ребенка спиной по ходу движения на переднем пассажирском кресле, вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности. Так вот, на Lada X-Ray есть специальный переключатель. Он располагается вот здесь. То есть вы берете, просто нажимаете на этот переключатель и переводите из режима он в режим off. Все, теперь передняя подушка безопасности отключена. Но если вы больше не перевозите ребенка спиной по ходу движения, то переведите переключатель вновь в исходное положение, чтобы активировать подушку. То есть из режима off в режим on. Если у вашего автомобиля сел аккумулятор, и в этот момент двери были открыты, или если вы их открыли, когда у вас был севший аккумулятор, вот чтобы их закрыть, вам нужно взять механический элемент ключа, и в замке есть специальный переключатель, в который вы вставляете механический элемент ключа, и поворачиваете по часовой стрелке. Дальше вы захлопываете дверь, и открыть ее снаружи будет нельзя. Ее можно будет открыть только или из салона, потянув за ручку, или с помощью ключа, когда вы заряжаете свой аккумулятор. Если вы перевозите ребенка на втором ряду сидений, мы рекомендуем вам включить детский замок, который не позволит ребенку открыть дверь изнутри. Ее можно будет открыть только снаружи. Так вот, на двух задних дверях есть специальный переключатель. Вы просто тянете его на себя, и все, активируется детский замок. Ну, помните, если больше не перевозите ребенка на втором ряду сидений, то переведите переключатель вновь в исходное положение. А то закроете себя, а выбраться уже не сможете. Чтобы заправить ваш автомобиль, вам вначале нужно открыть лючок топливного бака, который располагается с правой стороны вашего автомобиля. Открыть его можно без каких-либо приспособлений. Открываете лючок. Дальше, вот тут нужен уже будет ключ. Вставляете ключ, поворачиваете его против часовой стрелки и открываете крышку. Крышку вам нужно будет с ключом, следовательно, забрать с собой или можете оставить на заправке, повесив на специальный крючочек. Объем топливного бака составляет 50 литров. Заправлять автомобиль можно бензином, начиная с 92-го октанового числа. Габариты багажного отделения Lada X-Ray. Объем багажного отделения 361 литр, при сложных сидениях второго ряда 1207 литров. Ширина дверного проема 90 см, по диагонали 100 см. Расстояние от пола до шторки 51 см, расстояние от пола до потолка 83 см. Глубина багажного отделения по нижней части 80 см, по верхней части 60 см. Ширина багажного отделения 94 см.
по диагонали 112 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 140 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до середины салона, то есть до центральной стойки, 160 сантиметров. По диагонали 190 сантиметров. Комплект инструментов, который идет вместе с Lada X-Ray. Он располагается с правой стороны в багажном отделении вот за этим вот, за этой вот дверкой. То есть открываем дверку, потянув на себя. Здесь у нас располагается баллонный ключ. Буксировочный крюк. И домкрат. Чтобы открутить домкрат, вам нужно вот эту вот штуку наверху открутить. То есть откручиваете, вот так вот поднимаете наверх, все, и достаете домкрат. Следовательно, чтобы назад поставить также, там есть специальное место, куда вы вот одеваете, получается, вот так вот одеваете домкрат. То есть одеваете на вот эту вот специальную штуку. Все одели, дальше поднимаете вверх, опускаете фиксатор, все, и вот так закручиваете. Все, зафиксировали, чтобы он у вас держался плотно, и потом в обратном порядке все устанавливаете. И баллонный ключ. Чтобы установить буксировочный крюк в передней и в задней части автомобиля, есть специальное отверстие, которое закрыто крышкой. Чтобы открыть крышку, нам нужно прибегнуть к помощи отвертки. Мы ее вставляем, чуть-чуть поддеваем, прям совсем чуть-чуть. Вот, ну и дальше достаем. Сразу рекомендую эту крышечку снять. Вот так вот усика раз, и потом два. Да, вот такая у нас крышка. Почему ее лучше снять сразу? Потому что, когда будете буксировать, с большой вероятностью вы можете ее потерять. Вот. Вставляем буксировочный крюк и вкручиваем. Вкручивать нужно до упора, и только после этого подсоединять буксировочный трос. Чтобы закрутить до упора, вы берете баллонный ключ и используете его как рычаг. Все, и вот так вот докручиваете. Можно ли буксировать Lada X-Ray, если у вас будет автоматическая коробка передач? Да, можно, но для этого вам нужно соблюсти следующий ряд действий. Первое, вам нужно перевести коробку передач в нейтральное положение. Буксировать вас могут только передним ходом. Скорость, выше которой вы не должны разгоняться, это 48 км в час. И дистанция, на которой вас могут буксировать, это не более 50 км.